Отлично, я думаю, мы можем начинать. Где-то двери закрываются, где-то двери открываются. Все спешат на борт. Я рад представиться. Меня зовут Киреев Егор. Я впервые модерирую секцию. И по профилю своей работы я являюсь руководителем отдела, занимающегося российскими и иностранными инвестиционными фондами. Руковожу небезызвестным проектом Invest Funds. В рамках нашей сегодняшней встречи и нашего форума я являюсь программным директором этого форума. Я составлял программу при участии коллег, поэтому рад всех вас здесь приветствовать. И непосредственно являюсь модератором данной секции, которая посвящена рынку коллективных инвестиций. Своей экспертизой сегодня с нами в рамках данной секции будут делиться известные спикеры. Я хотел бы вам их представить. Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента РСХБ управления активами. Видимо, у нас будет борьба, да, за самые громкие овации. Руслан Надров, управляющий по коммерции современные фонды недвижимости. Аплодисменты. Евгений Жарнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью Альфа-Капитал. Игорь Козак, управляющий директор по инвестициям ТКБ Investment Partners. Александр Евдокимов, старший портфельный управляющий УК «Первая». Андрей Краснюк, менеджер продукта ЕСЯ Финанс в Инвестор. И Диана Одинцова, коммерческий директор SD Infinitum. Большое спасибо за поддержку спикеров. Эксперты раскроют ретроспективные оценки 2023 года, который прошел, расскажут о том, как идет и будет продолжаться 2024 год, и поделятся, немного приоткроют занавес тайны на ближайшее будущее. Небольшой организационный момент, требующий фиксации. Наша секция продлится 1 час 45 минут, уже скорее 1 час 40 минут. И в рамках открытия сессии я бы хотел попросить Александра рассказать о том, какие тренды РСХБ управления активами выделяет среди главных. Александр, вам слово. Да, здравствуйте, коллеги. Рад вас всех видеть, и спикеров, и спасибо за поддержку. Надеюсь, что эта информация, которую мы здесь обсудим, будет интересна для всех. Ну, начать хотелось бы с того, что было в 2023 году с точки зрения макропоказателей, а также того, что продолжатся ли эти тренды в 2024 году. На графике у нас мы видим о том, что в 2023 году действительно достаточно сильная динамика по восстановлению экономики была. И это касается всех основных факторов, как и роста ВВП, так и промпроизводства, так и инвестиций в основном капитал. Да, это сопровождалось другими тенденциями, это связано с динамикой курса рубля, в том числе, но мы видим, что восстановление после 2022 года достаточно плотное, и говорить, хотя все ожидали, что динамика, по крайней мере, экономики в 2024 году будет замедляться, но, как показывают первый квартал 2024 года, все-таки эти темпы гораздо выше даже прогнозов, которые делали основные и министерства, и ЦБ, и даже аналитики. И поэтому мы ожидаем, что инвестиции в основной капитал будут продолжены на уровне 2-3%, которые, в свою очередь, могут оказать стимул для размещения новых облигационных выпусков. При этом такой фактор, который был значимым в прошлом году, как ослабление рубля, в этом году будет менее выражен. И с учетом
этих тенденций мы хотели бы показать динамику по всем сегментам корпоративных облигаций, которые на этом слайде видно, что несмотря на те вещи, которые были, а именно связаны с увеличением ключевой ставки, все сегменты корпоративных облигаций все-таки по итогам года показали рост, несмотря на повышенную волатильность, на ценовую волатильность. И это касается как бумаги первого эшелона, второго и третьего эшелона. При этом мы понимаем, что к концу года сформировалось мнение о том, что в 2024 году наконец-то мы можем перейти к некоторому смягчению денежно-кредитной политики, что приведет с собой к положительным трендам на рынке облигаций именно с точки зрения фиксов. Но, наверное, в первом квартале, и сейчас мы видим, и настроения некоторым образом ухудшаются, и в этой части рынок, наверное, как мы видим, испытывает разочарование. И консенсус, прогноз по смягчению ДКП уже даже не то, что выглядит как такой, что он будет достаточно долгий промежуток времени, но с учетом последних замечаний уже не исключено и повышение ставки, то есть ужесточение достаточно серьезное. Но все-таки мы бы хотели оставаться оптимистами, и в нашем базовом сценарии мы все-таки говорим о том, что в конце этого года смягчение ДКП все-таки возможно. И исходя из этого, все-таки все и рынок корпоративных облигаций все-таки покажет позитивные результаты по итогам 2024 года. Очень важным и интересным нам показалось то, что впервые за многое время размещение корпоративных облигаций превзошло размещение государственных облигаций. И мы думаем, что такой тренд продолжится и в 2024 году. При этом интересно посмотреть статистику по как эти размещения происходили, каким купоном это все размещалось. И мы видим, что начиная с третьего квартала 2023 года, ну, понятно, это было вызвано повышением ставки, доля флоутеров значительным образом стала расти. И в первом квартале и этого года тоже мы видим, что доля флоутеров составляет 34%. А всего по этому году мы ожидаем, что доля как корпоративных облигаций, так и доля государственных облигаций будет размещено где-то порядка 4 триллионов. Ну, 4,1 по государственным бумагам и 4,2 по корпоративным облигациям. Ну, кстати, да, вот здесь тоже показано по кварталам, как размещались корпоративные облигации. За счет чего еще мы ожидаем такую большую долю размещения корпоративных облигаций? Из-за того, что на этот год приходится погашение и оферты порядка 4,1 миллиарда рублей. То есть точно, безусловно, будут замещения этих выпусков. Но с учетом тех трендов, которые мы видим макроэкономических, все-таки мы ожидаем, что доля новых размещений будет сопоставима вот с долей именно погашений. То есть по корпоративным облигациям мы ожидаем, что доля будет 4,2 миллиарда новых размещений.
Какие сегменты и кто будет, наверное, главными эмитентами в корпоративном сегменте? Мы ожидаем, что это сильного изменения не будет. Это будут те эмитенты, которые всегда были представлены на рынке. Это в основном финансовые, нефтегазовые сектора. При этом мы можем говорить про дюрацию, да, и на каком сроке будут происходить эти размещения. Но, безусловно, мы говорим о том, что это флоутер, это, да, безусловно, это как основной фактор, но про дюрацию мы ожидаем, что это будет все-таки, с учетом тех ставок, которые сейчас есть на рынке, все-таки это не будет не больше 5 лет. Если говорить о другом секторе, который был очень интересен и в прошлом году, и, наверное, будет продолжаться этот тренд и в этом году, это фонды денежного рынка. Мы видели прям целый бум в прошлом году фондов денежного рынка. Если посмотрите по динамике, это действительно взрывной рост. Наблюдали некоторые замедления притока фонда денежного рынка на рубеже конца года, начала года. Но это опять же было вызвано, скорее всего, ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время. И в этой части классические фонды, ПИФы на облигации, скорее всего, могли бы быть более интересны с получением повышенной доходности на снижение ставок. Но после того, как стало понятно, что и рост ВВП, и инфляция все-таки пока еще в полной мере не находятся под контролем, фонды денежного рынка опять получили свой приток. При этом по доходности, понятно, повышенной доходности, они показывают достаточно неплохую по сравнению с другими сегментами, в том числе облигационного рынка, доходность, поэтому спрос на них, безусловно, вызывает интерес со стороны как и частных лиц, так и управляющие используют в своих портфелях для своих клиентов. Но опять же, с учетом того, что все-таки мы остаемся оптимистами и надеемся на то, что в конце года макроэкономические факторы позволят перейти к смягчению денежно-кредитной политики, не исключаем, что переток из фондов денежного рынка в фонды и облигации на ожиданиях смягчения политики может произойти уже к концу года. Теперь про фондовый рынок акций. Уже много говорилось и неоднократно о том, что мы наконец-то подошли с точки зрения индексов к тому уровню, который был на начало 2022 года. Правда, по нашим данным, мы все-таки еще его не превзошли, но подошли достаточно близко. И говоря о тому, что мы ожидаем на этот год, все-таки мы ожидаем некую консолидацию, потому что она повышающая консолидация, и это будет связано как и с возобновлением уже и в прошлом году, и продолжением выплат достаточно больших дивидендов на российском рынке, также все-таки с учетом трендов и на смягчение ДКБ в конце года. Плюс на нашем рынке происходят интересные вещи, связанные с редоцимиляцией, которая в конечном итоге позволяет, с одной стороны, освободить ликвидность, что, ну, связано с тем, что после редоцимиляции, как правило, происходит сначала распродажа, а потом некоторое восстановление. Но главными факторами, которые могут сдержать рост на рынке акций, все-таки это действительно высокие ставки, то есть фактически есть возможность альтернативных инвестиций в те же бонды с меньшим риском, поэтому все-таки отток некий из рынка акций
акций может произойти и именно благодаря высоким ставкам плюс. Бум IPO, который тоже намечается, все-таки, ну дальше я про IPO немножко более подробно остановлюсь, это неким образом тоже освобождает, ну, поглощает ликвидность, которая могла бы пойти на классический рынок акций. Ну, вот два интересных момента, которые происходят на рынке акций, это действительно редецимиляция и IPO. Я хотел бы на них чуть-чуть более подробно остановиться. Процесс редецимиляции – я бы просто хотел бы обратить внимание, что проходит совершенно по разным юридическим вещам. И с учетом тех юридических тонкостей, которые есть по каждому из эмитентов, все-таки нужно быть осторожными для тех инвесторов, которые бы хотели на этом дополнительно заработать. Но как в целом выглядит этот процесс, что после начала процесса редецимиляции, когда компании уже новые заходят на наш рынок, все равно мы видим, сначала происходит некое снижение котировок, после этого консолидация, и, как правило, после этой консолидации котировки растут в цене. При этом мы попытались по тем компаниям, которые будут редецимилироваться, сделать некую картинку, которая вот представлена на данном слайде, по которым принято решение, по которым не принято решение. И особое внимание уделили Яндексу, потому что Яндекс мы считаем не совсем редецимиляцией. Яндекс – это все-таки процесс обмена, вот, и выделения российского бизнеса. Но сам факт того, что после редецимиляции есть возможность получения дополнительной ликвидности на российском рынке и без санкционных и других ограничений, это считаем очень положительным фактором. Я буквально еще минутку закончу просто про IPO. Действительно, бум IPO, и IPO происходили и в прошлом году, и на этот год намечено достаточно большое количество IPO, но мы хотели бы обратить внимание, что не все IPO были удачными, что IPO является не панацеей такой, что купил и точно все вырастет. Поэтому на вот этом слайде показаны разница на следующий день после того, как было размещение, а также потом в динамике на текущий момент времени. Плюс нужно иметь в виду, что объемы размещения тоже имеют значение для того, чтобы понять, какие инвесторы туда заходят. И с учетом доли, скажем так, институциональных инвесторов или частных инвесторов, динамика также может сильно отличаться. Институциональные инвесторы, участвующие в IPO, как правило, не являются спекулянтами, и поэтому на динамику акций их поведение влияет в меньшей степени. По частным инвесторам это, как правило, происходит, ну, как бы купил и тут же зафиксировал большой доход. Поэтому здесь тоже нужно иметь в виду. Это наш прогноз по тем IPO, которые намечаются в этом году по секторам. Спасибо. Александр про тренды с нами поделился. Спасибо большое, Александр. Дальше я хотел бы передать слово спикеру, который нам приоткроет тайны и двери в коммерческую недвижимость. Руслан, расскажите нам, пожалуйста, про опыт УК «Современные фонды недвижимости» и про вашу экспертизу. Коллеги, всем привет. Для нас огромная честь сегодня здесь выступать для вас. Знакомить, наверное, многие знакомы уже с рынком коммерческой недвижимости, кто-то так или иначе слышал про него, инструменты на рынке достаточно популярные. Я вот хочу немножко более глобально посвятить вас в планы нашей управляющей компании, вообще, что на рынке будет происходить в ближайшее время, что с ним происходило в прошлом году.
Наша управляющая компания создает закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. Мы являемся крупнейшим игроком на рынке розничных ZPIF-ов, и на самом деле многие институционалы уже сегодня интересуются этим инструментом для того, чтобы обеспечить своих клиентов двумя важными качествами, про которые мы поговорим. Двумя важными задачами — это защитить капитал от инфляции, ну и, конечно, дать какую-то хорошую конкурентную текущую доходность. Вот если говорить про коммерческую недвижимость в целом, то хотелось бы сказать, что этот рынок сегодня является весьма популярным. Мы видим рекордный объем инвестиций за прошлый год, который превысил 800 миллиардов рублей в рынок. Мы видим там достаточно серьезные объемы инвестиций в разные классы недвижимости. Это и торговые центры, и офисные центры. Мы сейчас активно инвестируем в складские комплексы класса А. Если кто-то не видел, что такое складской комплекс класса А, для нас это произведение искусства, это потолки 15 метров, шаг колонн 12 на 24, тоннаж пола 10 тонн на квадрат. В общем, всех приглашаем на экскурсию посмотреть, что из себя представляет складской комплекс класса А. Вот. Когда мы говорим про интерес рынка институционалов, мы понимаем, что и физик, он тоже заинтересован. То есть мы видим рекордный объем привлечения. Мы согласны с Вадимом Сосковым, который на предыдущей пленарке сказал о том, что инструмент невероятно потенциальный для розничного инвестора, для институционала. Почему? Потому что он дает стабильную денежную доходность и защищает твой капитал. Вот что касается стабильной рентной доходности, тут, наверное, все понятно. То есть не нужно на этом рынке искать доходность, сопоставимую с текущим ключом, ее просто там нету. Но если мы говорим про рентные потоки от сдачи объекта в аренду, собственник может получать там от 10 до 13% на хорошем объекте, который не требует редевелопмента. Помимо всего прочего, не только за этим бегут инвесторы. Понятно, индексация ставок, понятно, длительные контракты, надежные арендаторы. Но и хорошая качественная недвижимость в некоторой степени делает инвестора выгодоприобретателем инфляции. Вот когда мы говорим про инфляцию в России за прошлый год, Александр сказал, что там ставка была, базовая ставка ИПЦ была 7,4. Мы видим, стоимость, себестоимость строительства складского комплекса класса А выросла на 19%. Как правило, стройка растет быстрее, и если ты владеешь хорошим активом, в котором есть надежный арендатор, на который есть спрос, по которому низкая вакансия, то ты заведомо становишься вот этим самым выгодоприобретателем. И я хочу показать вам пример, на самом деле. В 2016 году мы запускали фонд, в рамках которого покупали уже в 2017 году три объекта складской недвижимости. Я вот на прошлой неделе был в Толмачево. Всегда радует глаз этот объект. Почему? Потому что это первый объект, который мы купили. 97 тысяч квадратных метров. Купили его по цене, ну, которая близка к оценке объекта на момент покупки. Сегодня объект стоит плюс 86%. И каждый объект, в принципе, показывает такую динамику, и наши пайщики, которые инвестировали в этот инструмент, ну, сложно назвать их, сложно найти недовольного человека, который не удовлетворил свой изначальный запрос. Но помимо всего прочего, эти люди еще и получают доходность рентную, которая сегодня там в процентах измеряется 13-14%. То есть мы понимаем, что данный инструмент весьма привлекателен для рынка. Мы понимаем, что хорошая качественная недвижимость может защитить капитал. И есть статистика от крупных брокеров. Обратите внимание, если посмотреть на активы, которые представлены с 2014 года по уровню среднегодовой доходности, складская недвижимость класса А является номером один на рынке, 15%. Мы знаем, что у нас много было локальных, глобальных потрясений, которые так или иначе влияли на наш рынок. Поэтому к чему я все это веду? Я веду это к тому, что в портфеле абсолютно каждого инвестора должен быть фундамент. И правильно, когда фундамент, он действительно в квадратных метрах, правильно, когда фундамент является недвижимость. Мы понимаем, Саша сказал о том, что нас ждет в будущем, высокие проинфляционные риски, достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Это для нас давление. Безусловно, с точки зрения текущей доходности, для инвесторов в коммерческую недвижимость это давление, но тем не менее мы с вами понимаем, что если мы говорим про прирост стоимости капитала, будут высокие, сохранятся проинфляционные риски, будет высокая инфляция, качественный объект, который подобран с экспертизой хорошей, сильной команды, он, по идее, должен хеджировать, митигировать вот эти самые риски.
Есть разные классы активов. Я думаю, всем хорошо знакома торговая недвижимость. Мы с вами ей пользуемся. Многие пользуются каждый день. Мы сейчас аккуратно относимся к этому сегменту недвижимости. Мы видим, что сокращается посещаемость. Локальные и глобальные кризисы 2020-2022 года повлияли на клиентопоток, на выручку собственников. Мы понимаем, что меняется концепция. Торговые центры становятся местом проведение досуга, развлечений, то есть мы туда больше ходим фудкорт покушать или, я не знаю, там, ребенка отвезти в какой-нибудь кружочек или самому позаниматься спортом. А это, как вы понимаете, меньший доход, меньшая выручка, поэтому мы сегодня очень осторожно к этим объектам относимся, смотрим на развитие небольших районных ТЦ в Москве, но пока инвестировать не планируем. Офисная недвижимость, тут идет восстановление рынка после кризиса 2022 года. Мы видим, что заместились помещения, мы видим, что сегодня даже в некоторой степени образовывается небольшой дефицит. Вакансия на рынке там порядка 6-7%. Это интересная недвижимость. Сегодня есть спрос на вау-офисы, но при этом, наверное, в будущем мы готовы будем в свой портфель обогащать такими активами. У нас уже сегодня на самом деле есть 3 торговых центра, 1 офисный объект. Но сейчас все наши силы брошены на объекты складской недвижимости и центр обработки данных. Вот о них хотелось поговорить поподробнее. Те, кто не был на складе или, скажем так, не сможет его посетить. Мы с Дианой общались до этого. Диана смотрела наш маркетинговый материал, где мы проводили экскурсию для одного из блогеров как раз-таки на нашем объекте. Вот если не получится приехать, обязательно посмотрите. Складская недвижимость сегодня — это некий такой локомотив доходности в рынке. Мы видим, что основной спрос на склады в России формируют компании Якома, маркетплейсы. В 2023 году 51% всего спроса формировали как раз-таки крупнейшие игроки этого рынка. Если говорить про рынок Якома, вот тут надо, наверное, на шаг назад двинуться. Яком в России развивается очень быстро. Мы видим ежегодные темпы роста двукратные. Мы видим то, что товарооборот в интернете составляет там порядка 7,7 триллионов рублей в 2023 году. И мы понимаем, что этот рынок обречен на успех, на дальнейший успех. Почему? Есть 3 фактора. Первый фактор — это, конечно же, как мы на прошлой пленарке обсуждали, 73 тысячи рублей среднегодовой доход. И, как показывает практика, несмотря на то, что за год мы выросли на 7% с точки зрения дохода населения, но на горизонте 10 лет, наверное, реальные доходы населения сокращаются, и люди хотят покупать товары дешевле, а дешевле покупать товары в интернете. Второй важный момент — это, конечно же, издержки продавца. Это отсутствие необходимости арендовать помещение, отсутствие необходимости в большом количестве персонала. Поэтому все идут в Яком, все идут в интернет. А вот я, предыдущие спикеры задавали вопросы залу, я, можно, задам вопрос тоже. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, какой общий объем интернет-торговли от всей розницы в России, вот в процентах? Есть мысли? Дмитрий, у вас, например. 35. Ну, 35 — это Китай. То около 40 — это Китай. Мы вот стремимся к этой цифре, но сегодня это 19%, если честно. И это на самом деле последние там 2 года дали очень хороший рывок, но тем не менее это мало. А с учетом того, как россиянин любит комфорт, любит качественный сервис, я вот по себе скажу вам, я человек абсолютно не ленивый, но я перестал покупать там продукты домой, хотя прохожу мимо супермаркета каждый раз, когда возвращаюсь домой. У меня есть самокат. То есть к чему я все это веду? Вот этот вот показатель 7,7 триллионов рублей – это низкая база, и мы совершенно точно эту базу нарастим вместе с вами. Посмотрите на динамику заказов в Озоне, Wildberries и прочих арендаторов у себя. Вы обратите внимание, то, что темпы роста галопирующие. И мы понимаем, что сейчас идет прямая борьба между маркетплейсами за своего потребителя, за своего покупателя. А чтобы выиграть борьбу за потребителя, что нужно сделать? Нужно дать цену, цена устанавливается рынком. И нужно, конечно же, дать скорость доставки. И для этого нужны фулфилмент-центры, распределительные складские комплексы, то есть объекты недвижимости, которые соответствуют объему потребностей бизнеса, которые есть у как раз-таки коллег из маркетплейсов. Мы понимаем, что сегодня ключевая задача маркетплейсов — это развитие этого бизнеса как раз-таки в регионах. Мы видим сегодня динамику спроса. За прошлый год динамика спроса на склады класса А и Б составляла 6,1 миллиона квадратных метров. При этом объем нового ввода всего лишь 3,5 миллиона, что никак не покрывает тот спрос, который сегодня есть. Почему? Там ключ, риски
рентабельности для девелопера, сокращают как раз-таки вот объем выпуска и ввода в рынок, который все ритейлеры и e-com рынок ждет. Поэтому сегодня мы с вами смело можем видеть динамичный рост ставок. Ставки выросли за последние два года на 55%. Сегодня, если вы захотите заниматься e-com, и вам нужен будет складской комплекс класса, вам необходимо будет платить за квадратный метр в среднем по России 9700 рублей. Это базовая арендная ставка в год. То есть мы понимаем, что сегодня ставки относительно 2021-2022 года очень далеко ушли. А самое страшное, что сегодня просто нет свободных помещений. Вакансия на рынке составляет 0, ну, наверное, по окончанию первого квартала будет 0,4%, но это все равно погрешность. Это очень мало, и мы понимаем, что вся будущая недвижимость законтрактована на год, а то и на больше вперед. Поэтому если говорить про наше видение, мы думаем, что этот рынок имеет потенциал расти еще в ближайшие 5-7 лет. Но я хочу немножко, знаете, у меня осталась одна минута, хочу немножко вернуться в 2016 год. Я вам рассказывал про продажу складов. И тогда в рынок складов мало кто верил, мало кто готов был с нами идти инвестировать. Сегодня я хочу повторить эту ситуацию. Мы ищем новые интересные проекты. Мы купили первый в России центр обработки данных, стоимость которого превышает 2 десятка миллиардов рублей. Это объект, который арендует крупнейшая компания в области телекоммуникаций в России. Это объект, который обеспечивает хранение, передачу очень важных, чувствительных для нас данных. И мы понимаем, на фоне цифровизации экономики, которая у нас сегодня идет, этот объект будет востребован, по нему контракт 10 лет. И он будет приносить хорошую доходность нашим клиентам, но хороший IRR. Поэтому сегодня это некий такой продукт. Это первый инвестиционный ЦОД в России, который находится на балансе нашего фонда. Пайщики нашего фонда получают от него доход. И мы понимаем, что если подобная недвижимость будет появляться на рынке, мы тоже будем рассматривать. Просто ее сегодня элементарно нет. Сегодня сумасшедший дефицит стойко мест, потому что наш бизнес любил хранить данные за рубежом, но после 2022 года это стало невозможно. Коллеги, огромное спасибо за внимание. У нас с вами еще два дня. Если у вас будут вопросы или желание инвестировать с нами, подходите, мы открыты. Спасибо. Руслан, спасибо большое за презентацию. Безусловно, все участники, профессиональные участники рынка, они являются свидетелями трендов, которые мы наблюдаем, которые мы обсуждаем здесь сегодня. А как же себя чувствуют частные инвесторы? Какое у них поведение? Как они реагируют на все это и куда стремятся? Евгений, передавая вам слово, раскройте секреты, покажите экспертизу Альфа. Да, спасибо большое, Егор. Я рад всех вас приветствовать здесь. Я очень рад за Сибонс и Invest Funds, что это опять рекордное количество людей, которые приходят. Что на декабрьском Сибонс был рекорд, что сейчас. Это очень приятно. Я расскажу вам про тренды на рынке коллективных инвестиций. Не секрет ни для кого, что санкции оказали очень существенное влияние на рынок. Нерезиденты играли основную роль на рынке, и они были заморожены. С их уходом многое поменялось. Вот здесь представлены графики по ОФЗ, по объему владений и по доле. Мы видим, что стремительно доля нерезидентов сокращается. Немаловажную роль здесь сыграл и рост объема рынка, безусловно. И что же происходит с уходом нерезидентов у нас? Мы смотрим на ликвидность и видим, что на рынке облигаций ликвидность уже превысила 2021 год. То есть объемы торгов уже выше. На рынке акций пока меньше, пока мы не достигли уровней 2019-2021 года. Но тем не менее там тоже мы видим ускорение объема торгов. Почему так происходит? Ответ очень прост. Частные инвесторы приходят на финансовый рынок. Мы видим, что все больше и больше открывается брокерских счетов. Сейчас уже открыто 31,5 миллион брокерских счетов. Деньги приходят на финансовый рынок. И не только на брокерские счета, естественно, они приходят и в договоры ДУ. Мы видим мощные притоки и в доверительное управление. Здесь в разрезе классов активов приведено, что поменялось на рынке. Да, мы видим, что в акциях доля нерезов была максимальная. Да, это было 2/3 рынка. Конечно, это существенный удар. Но мы видим, что сейчас почти 80% оборота делают физики. А нерезов, естественно, нету. В облигациях доля нерезидентов была меньше.
они покупали преимущественно ОФЗ и, ну, чуть-чуть первый эшелон. Там, естественно, сейчас доля физиков меньше, там значительно больше институционалов, но при этом мы можем говорить о том, что и там доля физиков растет, и там уже почти треть оборота – это, опять же, частные инвесторы. Ну, естественно, когда частные инвесторы приходят на рынок это многое меняет. Рынок подстраивается под них. И мы видим, что в последнее время набирают популярность фонды с выплатой дохода. Если раньше это была экзотика, ну там какое-то время назад их вообще не было, то сейчас во всех классах активов они становятся все более популярными. А вот если мы посмотрим на смешанные фонды, сбалансированные акции, облигации, то там уже 43% это фонды с выплатой дохода. Ну, вы знаете, что такое выплата дохода? Это когда поступающие потоки выплачиваются на расчетный счет частного инвестора. И это не единственная тенденция. Мы видим, что и в облигациях в последнее время почти все эмитенты выходят с месячными купонами, месячными выплатами купонов. Это опять же подстройка под физиков. Если на рынке становится больше физических лиц, ну, естественно, под них рынок и подстраивается. Но не только с этой стороны мы видим подстройку. Подстройка есть и со стороны эмитентов. Раньше многие эмитенты выходили на внешние рынки, занимали деньги там. Сейчас, понятно, никто не ждет наших эмитентов во внешнем контуре, да и рейтингов у нас, собственно говоря, уже нету из-за санкций. Поэтому инвесторы, даже самые крупные, приходят на наш внутренний рынок. И если раньше они могли игнорировать управляющие компании, то сейчас, в общем, они сами приходят к нам и хотят с нами общаться. Если мы посмотрим в разрезе валют, то тоже здесь есть существенные изменения. Раньше у нас порядка 20% депозитов были валютные. Сейчас эта доля снизилась ниже 9%. Опять же, влияние санкций, все очень просто. Банки, управляющие компании, брокеры не хотят ставить себя под риск. Если они попадают под санкции, то вкладчикам, клиентам деньги отдавать нужно, а активы становятся замороженные. Отсюда мы видим различные комиссии и так далее. Все это приводит к тому, что валютных инвестиций, особенно в классических валютах, становится меньше. Ну и еще один тренд, мы видим появление юаней, которых раньше, собственно говоря, у нас тоже не было. Одновременно с этим мы видим, что потребность в валютных инвестициях, она никуда не делась. Она у людей есть, люди привыкли инвестировать в валюте, хотят это делать. И мы видим, что идет огромный приток в фонды валютные. Вот здесь представлен график объема нашего фонда «Альфа Капитал» валютные облигации. Это, к слову, самый большой фонд по объему на российском рынке. И мы видим, что притоки туда колоссальные, то есть спрос налицо. Да и выбор, собственно говоря, небольшой. Если люди хотят получить валютную экспозицию, куда им сейчас идти? Ну, замещающие бумаги – это, в общем, практически безальтернативная вещь сейчас. Есть и уходящие тренды. Покупки во внешнем контуре – это истории, которые принесли огромные деньги последние пару лет. Они постепенно сходят на нет. Здесь есть и существенное влияние регулятора, безусловно. Если мы говорим о локализации торговли в российском периметре, опять же, перевод квазироссийских бумаг в Российскую Федерацию, замещение, расконвертация ДР, редомиляции, все это потихоньку сходит на нет. Почему? Ну, потому что риски выходят на первый план. Мы видим, что даже в российских депозитариях, если бумага хранится в российском депозитарии, не все эмитенты платят по своим еврооблигациям. Ну, например, те, кто не смог заместить «Газпром», ничего сейчас не получает, собственно говоря, по этим бумагам. А не все, даже те, кто хотел это сделать в санкционных депозитариях, смогли это сделать. Есть риск непопадания под замещение из-за обособления. Ну вот, допустим, бумаги РЖД в последнее время не все могут попасть под замещение, потому что они обособлены в связи с тем, что были переведены из внешнего контура. Ну и мы видим риски невыкупа, в том числе во внутреннем, что важно, контуре. Вот пример Яндекса, в общем, довольно яркий в последнее время, что риски выходят на первый план. Вот эти риски, они приводят к тому, что
тренд, безусловно, затухает, и покупки во внешнем контуре, они сходят потихоньку на нет. Еще один важный фактор, который оказал влияние на российский рынок, безусловно, это денежно-кредитная политика Российской Федерации, повышение ставки, борьба с инфляцией. Ставка сейчас на довольно высоком уровне. К чему это приводит? Ну, в первую очередь, это приводит к, привело к взрывному росту объемов фондов денежного рынка. Надолго ли это? Ну, мы полагаем, что нет, потому что с снижением ключевой ставки, безусловно, популярность этих фондов будет сокращаться. Если смотреть на более длинные тренды, то на данном графике мы видим, что раньше популярными были только облигации, но постепенно фонды на акции и сбалансированные фонды набирают популярность, и сейчас все эти графики сошлись примерно на одном уровне. Еще один тренд, который мы наблюдаем в последнее время, как следствие, на мой взгляд, популяризации продуктов среди частных инвесторов и как следствие высокой ключевой ставки, это популярность плавающих ставок среди корпораций. Безусловно, вот красные части этих столбиков, мы видим, что они в последнее время растут, это как раз флоутеры. Они начинают играть уже существенную роль. Если мы посмотрим в другом разрезе на рынок корпоративных бумаг, то на нем появились и новые сегменты. Замещающие бумаги, юаневые бумаги. Таких сегментов раньше вообще не было. Вот как раз розовая часть – это бумаги в юанях, замещающие это светло-серая часть. Еще один важный момент, который мы здесь можем подметить, это величина столбика 2023 года. Он действительно огромен. И это еще раз показывает нам о том, что то, что люди приходят на российский финансовый рынок, то есть занимать за границей нельзя, все занимают здесь, и поэтому объем рынка он тоже существенно растет. Это в данном случае первичные размещения. Если мы посмотрим на ОФЗ, то там тренд неоднозначный. Минфин хочет занимать через фиксированную ставку, безусловно, но мы видим, что у Минфина всегда есть план Б. В 2020 ковидном году, в 2022 трудном году Минфин прибегал к размещению флоутеров, в этом году пока нет, да? Но мы понимаем, что если нужно будет занять, Минфин сделает это. Безусловно, все говорят о хайпе IPO, и мы тоже это отмечаем. Впечатляющие объемы, но мы здесь можем говорить о том, что довольно дорого оцениваются компании, которые на эти IPO выходят. Ну, собственно говоря, поэтому это и привлекательно. Ну и объемы все же меньше, чем те, что мы видим в 2019 году. И тем не менее, несмотря на такие оценки, мы видим ажиотажный спрос на IPO. И если мы посмотрим на то, как себя ведут компании после IPO, то есть вот эти красные столбики, это результаты, насколько выросли компании после IPO, а серые – это как рос рынок, то мы видим взрывной рост после IPO, то есть эта история все-таки более, ну можно сказать, скорее привлекательна, чем непривлекательна. Какие перспективные тренды мы видим в последнее время? Ну, безусловно, это тренд на альтернативные инвестиции, в первую очередь это тренды, розничные тренды на недвижимость, это создание персональных запифов. Ну и можно говорить о том, что в свете разговоров о том, что НДФЛ хотят нам сейчас повысить, конечно, возникает, выходит на первый план истории с оптимизацией налоговой. И что здесь можно предложить? Ну, во-первых, это, конечно, ПИФы, рынок коллективных инвестиций, то есть улучшает налогообложение. Мы можем говорить о том, что ИИС совершенно точно будет набирать популярность, ну, ИИС-3 уже теперь. И опять все те же закрытые фонды персональные тоже будут улучшать налоговую эффективность инвестиций. То есть вот эти перспективные тренды – это то, что мы наверняка увидим в ближайшее время. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за внимание. Евгений, спасибо. У меня есть небольшой короткий вопрос. Среди трендов и историй, которые упоминались в презентации, упоминалась история про фонды с выплатой дохода. Вот на ваш взгляд, это все-таки какой-то устойчивый тренд, который с нами сохранится, или это временный хайп, вот сейчас показали, поиграли и забыли?
Я думаю, что это довольно устойчивый тренд, потому что в первую очередь это связано с поведением частных инвесторов. И частным инвесторам нравится получать выплаты, нравится получать доходы. Отсюда вот то, что я говорил, что по облигациям делают месячные купоны. То есть это все для физиков. Соответственно, физики, как мы уже тоже увидели сейчас, они набирают популярность, их доля растет в оборотах, во владении. Да и только на них можно и рассчитывать на самом деле. Сейчас во вкладах у нас порядка 45 триллионов рублей. Это те деньги, на которые нужно, можно рассчитывать и то, что нужно развивать. Собственно говоря, эти деньги и нужно привлекать на финансовый рынок, в инвестиции. Поэтому я не думаю, что доля физиков будет сокращаться. Поэтому, скорее всего, популярность этих фондов сокращаться тоже не будет. Спасибо. Коллеги, очень важно, исследуя тренды, следуя им и успешно ими управляя, также заниматься и управлять таким параметром, как риск, особенно риск в портфельных инвестициях. Ну, я думаю, это очевидно. Соответственно, экспертизы в области управления риском в портфелях мы хотели попросить рассказать ТКБ Investment Partners. Игорь, вам слово. Раз-два. Коллеги, всем привет. Действительно, было озвучено достаточно много трендов, как по инструментарию, были затронуты тренды по рынку в меньшей степени. Я бы хотел, как портфельный управляющий, как человек, пропагандирующий именно портфельный подход и применяющий его на практике, соответственно, рассказать о том, как мы совмещаем и за счет составляющей, условно, правильной оценки, я считаю, что правильно мы оцениваем составляющую риск-доходность по каждому классу инструментов и по всем тем классам инструментов, о которых уже коллеги рассказали с начала этого дня, как мы регулируем в целом те цели, ставим цели и регулируем их с учетом риска и как балансируем в текущей рыночной неопределенности. Неопределенности действительно много на рынке. В первую очередь она сформирована, и я бы хотел сейчас здесь поговорить больше о рыночных трендах, а не о трендах инструментария. В первую очередь это инфляция. Да, у нас есть нестабильная инфляция, у нас есть ключевой риск, это риск расходов бюджета. Расходы бюджета у нас растут колоссальными темпами. Все прекрасно понимают, что ключевая статья расходов бюджета сейчас формируется у нас оборонными статьями, расходами на национальную оборону, так называемыми. И данная цифра уже пугает, она приблизилась уже к двузначной, к 10% от ВВП. Действительно не может не настораживать. Почему не может не настораживать и почему эта цифра, собственно говоря, в себе таит огромную неопределенность? Потому что неопределенность не только для нас, но и неопределенность, как мы уже поняли, и для нашего регулятора, судя по тому, как Центральный банк у нас пересматривает прогнозы, начиная с середины прошлого года по ужесточению и, соответственно, давая нам среднесрочные ориентиры на будущее. Потому что, условно, оборонный бюджет, ему не важно, по каким ставкам, по каким уровням занимать. Это не про экономику, скорее, это не про эффективность, естественно. Да? Соответственно, все это выливается, вот эти расходования, они выливаются в некоторую перегретость в экономике, структурные дисбалансы, которые присутствуют на рынке, приводят к структурной неэффективности на рынке в целом спроса и предложения со стороны производства локального. Существует, в общем-то, множество проблем и множество неопределенностей, которые есть. Но тем не менее, у нас есть два ориентира. Первый ориентир – это Центробанк, естественно, который определяет условия денежно-кредитной политики в зависимости от видения на инфляцию. Второй ориентир, естественно, это экономические власти. Как было видно, новое правительство и те люди, которые назначены во главу, в том числе Министерства обороны,
это уже скорее административная мера, в том числе, которая будет совмещаться в том числе и с целями Центробанка по денежно-кредитной политике и по дальнейшему определению уровня процентных ставок на рынке. Опять же, здесь вопрос веры, наверное, каждого, насколько это сопоставимо. Единственный вывод, который можно сделать, все эти меры, они действительно, здесь мы полностью согласны с Центробанком, займут достаточно продолжительный период времени. Не стоит там на горизонте условно полутора-двух лет, наверное, ожидать, что ключевая ставка у нас уйдет ниже условно 10%. Но тем не менее, с другой стороны, есть рынок, есть консенсус. У нас приведены цифры, консенсус прогноза, что касается инфляции и ключевой ставки, на 12 месяцев вперед, то есть на середину следующего года. Консенсус прогноза, который публикуют наши уважаемые коллеги с информационного агентства Сибонс. Опять же, что это значит для инфляции, для длинных ОФЗ? Сейчас ни для кого не секрет, что, точнее, не секрет, а точнее, очень частый вопрос я слышу от клиентов, соответственно, от, на разного рода мероприятиях, от знакомых, стоит ли сейчас покупать длинные ОФЗ. Риски для длинных ОФЗ все еще сохраняются. Мы видим, что они реализовались достаточно сильно у нас в течение первого квартала, опять же, на фоне ужесточения риторики Центробанка. Но опять же, здесь стоит взглянуть и на ретроспективу. И с точки зрения ретроспективы мы видим, что те уровни доходности, которые сформированы у нас на рынке десятилетних условно длинных ОФЗ, они уже транслируются по истории, опять же, в ключевую ставку выше 20%. Риск повышения ключевой ставки действительно есть, но тем не менее мы скорее здесь больше надеемся, что те административные меры, которые были приняты уже непосредственно после выборов президента Российской Федерации, я имею в виду смену руководства ряда руководящих должностей в правительстве, да, они так или иначе вместе с мерами, которые у нас предпринимает Центробанк, найдут отражение все же в будущей ожидаемой инфляции, в части ее снижения. И здесь мы видим действительно положительное соотношение, уже видим с учетом текущих уровней ОФЗ десятилетних, уже видим положительное соотношение риска и доходности по данному классу активов, по данному риску. Что касается, я здесь условно разделил бы свой доклад на рисковые инструменты и условно хеджирующие инструменты, и то, как их баланс за счет вашей развесовки в портфеле может формировать, собственно, ваши будущие ожидания в зависимости от вашей склонности к риску. Что касается ключевой риска, ключевой тенденции, это действительно облигации, я про них кратенько проговорил. Дальше мы посмотрим ту ожидаемую доходность, которая получается с учетом консенсуса, она выглядит действительно впечатляюще на ближайшие 12 месяцев. Что касается защитного инструментария, действительно новый класс активов, который появился не так давно и уже на рынке существует около 2 лет, это замещающие облигации и облигации в юанях. Очень классно, что рынок развивается, появляются новые инструменты без каких-либо рисков, с отсутствием риска на инфраструктуру, и которые позволяют инвесторам в первую очередь, живя в экспортоориентированной стране, захеджироваться от ослабления курса рубля и захеджироваться от последующего переноса эффекта девальвации, возможного, в инфляцию. При этом, на наш взгляд, данные бумаги имеют достаточно хороший потенциал в части рублевой доходности. Здесь приведены именно рублевые оценки, мы так или иначе видим, что небольшое ослабление рубля, оно возможно, опять же, наблюдая те цифры бюджета, которые у нас сегодня формируются на сегодняшний день, потому что все-таки бюджет и курс рубля, вещи взаимосвязанные, учитывая, опять же, нашу экспортоориентированность, как я уже упомянул,
Поэтому тоже достаточно интересный класс активов. И в случае наступления негативного сценария, если, допустим, у нас нефть падает в цифру, по марке Brent у нас падает в цифру 60, это будет транслироваться по математике бюджета, опять же, потому что он не добирает и потому что ему нужно будет добрать за счет девальвации. Соответственно, в цифру для замещающих облигаций, соответственно, 41% для негативного сценария при курсе около 115-120 рублей за доллар. Но на ближайшие 12 месяцев мы, собственно, такого риска не видим, потому что бюджет достаточно выглядит достаточно сбалансированным, даже несмотря на то, что даже если рассматривать кейс, когда у нас бюджет зарабатывает больше, он будет настолько же больше тратить. Именно поэтому те административные меры, о которых я говорил, они, как мы считаем, они все же помогут где-то найти этот балансир по бюджету. Что касается золота, золото очень интересный класс активов, особенно учитывая ту деглобализацию, которую мы сейчас наблюдаем, то изменение биполярного мира, который у нас был. Центробанки формируют огромный спрос на золото. Вчера вышла особенно новость, которая тоже является, наверное, одним из триггеров, так скажем, приоткрыли ларчик Пандоры с точки зрения там, возможных будущих последствий, если говорить о вечном, о том, в чем хранить деньги, в чем будут хранить центробанки. Вчера Евросоюз принял решение, и власти ЕС приняли решение о том, чтобы направить часть доходов от заблокированных активов, от заблокированных резервов центробанка, соответственно, на поддержку Украины. Какие будут последствия, будем посмотреть, но это как один из триггеров, тоже положительный для роста золота. На этот год мы видим все еще в нем достаточно хороший потенциал, плюс это валютный актив в привязке к доллару. Помимо роста самой стоимости актива, в случае негативного сценария вы можете получить еще дополнительную рублевую доходность. Что касается акций, динамика рынка акций у нас действительно выглядит хорошо. Рынок уже полностью восстановился, показывает впечатляющие доходности и по 2023 году, и по первому кварталу. Все это, опять же, вещи взаимосвязанные. Взаимосвязаны они в первую очередь той случившейся девальвацией, которая у нас произошла на рынке. В прошлом году, соответственно, у нас экономика, опять же, экспортоориентированная. Компании, естественно, заработали больше по этому году. Есть очень хороший триггер для рынка акций – это дивиденды, объем которых будет рекордным за всю историю. Риски. Риски, опять же, про бюджет. Я с этого начал, соответственно, здесь же с точки зрения акций и дополнительно хочу остановиться. Дополнительным риском, это сверху представлены у нас все строчки, это те риски, которые уже в ценах, уже в рынке. Что касается дополнительных рисков, да, сейчас, как мы все знаем, идет активное обсуждение по увеличению налогов, в том числе налога на прибыль, которые должны принести в бюджет Российской Федерации достаточно серьезную сумму, учитывая те уровни прибыльности, которые есть у компании. Индекс IPO, точнее рынок IPO и динамика рынка IPO, она действительно впечатляющая. IPO – новый инструмент, мы также видим в нем перспективу, и он показывает себя намного лучше, чем широкий рынок акций. Но здесь стоит, опять же, быть избирательными, потому что уже многие обращали внимание, что не все те IPO одинаково хайповые и полезны, так скажем. Стоит быть избирательным. Если говорить про индекс, это наш индекс, рассчитанный на основе тех идей, которые мы для себя отбирали. Наш индекс, рассчитанный в ТКБ, на основе тех идей, которые мы отбирали для участия в каких-то мы, но получилось поучаствовать, в каких-то не получилось, но тем не менее те решения, которые мы принимали, они отражены в доходности на индексе. Соответственно, из рисков еще дополнительно, наверное, стоит отметить, что достаточно
достаточно большое количество IPO, наверное, будет у нас еще в ближайшее время, и часть ликвидности может быть отвлечена туда, на этот рынок, в том числе со стороны той инвесторской базы, которая есть. Ниже я бы резюмировал уже, время мое закончилось, но тем не менее, резюмируя ситуацию, здесь представлен достаточно сложный график, на нем не буду останавливаться. Слева есть таблица, в таблицу положены, разложены классы активов, условно, на которые мы смотрим, управляющие компании, управляя деньгами, в первую очередь, институционального инвестора. И ожидаемая доходность, рассчитанная на основе консенсус-прогноза, который публикуется T-Bonds. Соответственно, все видят очень огромную впечатляющую доходность в базовом сценарии, если говорить о консенсусе, который мы применяем по десятилеткам. Но никогда не стоит забывать о возможной реализации прилетах черных лебедей. Значит, они стаями сейчас до сих пор у нас кружат, которые могут все-таки на рынке реализоваться, или Центробанк опять изменит свои прогнозы, повысит существенно ключевые ставки, с бюджетом что-то пойдет не так. Поэтому стоит балансировать свои портфели по риску так, чтобы ваш риск-профиль и ваше отношение к риску оно балансировало с уровнем ожидаемой доходности и вашим инвестиционным горизонтом. Это очень важно. Важно, чтобы ваши цели и доход, который есть ключевая цель от инвестиций, полностью исполнялись. И иметь всегда нужно запасной план на случай непредвиденной ситуации. В качестве примера реализации той стратегии, о которой я говорил, балансирование риска и доходности и смещение соотношения риска и доходности по активам, как мы это видели в период 2022-2023, результат, как кейс-стади условный, представлен справа на графике. Это доходность нашего сбалансированного ПИФа, который является публичным инструментом, и именно поэтому он здесь и приведен за прошедшие 2 года. Коллеги, спасибо. Надеюсь, все же весь тот негатив, о котором сейчас говорят, а это прекрасно, что у нас очень много негатива в ключевом классе активов для российского рынка, российских облигациях, он уже в ценах. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте попробуем кратенько. Я задам вопрос. Бум IPO, вот который как раз был на последнем слайде. Короткий вопрос, короткий ответ. Задушит ли умеренный рост, который мы сейчас видим, или нет? Мы считаем, что есть простая математика. Я пробежал слайд с ответом на этот вопрос, но тем не менее. Есть простая математика. У нас есть заряженные пистолеты, заряженные пушки на рынке в виде депозитов. Что такое депозит? Депозит – это непосредственно привязка ключевой ставки Центробанка и к риторике Центробанка. Как только ЦБ будет менять риторику, соответственно, банки будут в обратную сторону, вместо того, чтобы, как сейчас они повышают ставки, они будут их быстро понижать. Плюс это короткие инструменты. Есть фонды денежного рынка. Есть огромные притоки, рекордные дивиденды, которые так или иначе вернутся на рынок. По нашим оценкам, именно в цифрах, нетный эффект между потенциальными объемами размещений и потенциальным объемом редомицеляции, что формирует дополнительный навес предложения, он положительный с точки зрения денег. То есть притоки огромные. Спасибо. Спасибо. Коллеги, мы продолжаем трек портфельных инвестиций. Я хотел бы передать слово спикеру от УК Первый. Александр, поделитесь вы опытом в этом вопросе. Расскажите, просветите нас. Да, добрый день, коллеги. Давайте сегодня поговорим про подходы при формировании долгосрочных портфелей. Мы в управляющей компании Первый управляем не только большими деньгами большого количества физлиц, но и в том числе большими портфелями институциональных клиентов, в частности НПФ. Считается, что деньги пенсионных, негосударственных пенсионных фондов – это так называемые длинные деньги, что подразумевает, что там длинные пассивы, гораздо длиннее, чем у банков и у физлиц.
Но на практике часто мы видим, что из-за законодательных ограничений, таких, например, как там безубыточность на интервале 5 лет, это приводит к тому, что зачастую портфели формируются не долгосрочными, а скорее вот краткосрочными и консервативными. Но, тем не менее, существуют портфели, которые позволяют и обеспечивать вот эти вот законодательные требования, и одновременно получать дополнительную доходность. Вот, давайте начнем. Прежде чем посмотреть в будущее, как нам формировать портфели там на 5-10 вперед, давайте посмотрим, что происходило ранее. На данном графике показаны различные виды активов в терминах реальной доходности, превышающей инфляцию. Здесь видна первая группа активов, которая показала доходность накопленную 200%. Это акции с дивидендами Мосбиржи, суверенный валютный долг и золото. Понятно, что такой класс активов, как акции, он гораздо проще, понятен, имеет ту же валюту, что и пассивы пенсионных фондов, собственно говоря, и получает какие-то денежные потоки в виде дивидендов. Вот так запомнили эту группу. Далее выделяется группа, скажем так, это инструментов, так или иначе связаны с денежным рынком, это РУОНИ, облигации линкеров ФЗИН, привязанные к инфляции, и недвижимость. Видно, что они примерно идут в одной группе, и они опередили инфляцию. Вот. Ну и третий класс активов – это облигации ОФЗ и вклады, которые не смогли обыграть инфляцию в долгосрочной перспективе. Вот. Давайте, коллеги, пойдем дальше. Здесь мы подробнее расскажем про группу облигаций, линкеры, привязанные к инфляции, флоутеры, привязанные к денежному рынку РОНИ, и облигации с фиксированным купоном. Сразу видно, что такой класс активов на долгосрочной перспективе, как флоутеры, обогнали другие инструменты. Но, тем не менее, это происходило не всегда. Были периоды времени, когда облигации с фиксированным купоном показывали опережающую доходность, а инфляционные линкеры, наоборот, отстающую доходность. И происходит в какой-то момент шоки, например, инфляционные, когда инфляционные линкеры догоняют из-за инфляционных вот этих вот хайков, а облигации с фиксированной доходностью, наоборот, отстают. Ну, в общем, а такой инструмент, как флоутер, он стабильно идет и в итоге дошел первым на перспективу. Ну, понятно, что будущее, оно, глядя в прошлое, не гарантируем будущим, но тем не менее. Такая тенденция присутствует, и тренды такие долгосрочные видны. Так, давайте теперь более подробно поговорим про именно вот эти вот классы активов. Первый – это будет у нас облигации с фиксированным купоном. На текущий момент инвесторы, которые смотрят краткосрочно и среднесрочно, они не готовы покупать этот вид активов, потому что они видят предложение Минфина, которое не ограничено, и в этом году оно будет большое, и, скорее всего, в следующем году оно будет большое. Вот. И такие инвесторы, они не готовы терпеть отрицательную переоценку вот на своем краткосрочном и среднесрочном интервале инвестирования. Кроме того, есть у нас еще другая группа инвесторов, которая привлекает деньги либо в репо, либо краткосрочные депозиты по ставке высокой 16, и вложив эти облигации ОФЗ длинные, они начнут нести ежедневный такой отрицательный carry trade. То есть они платят 16-ю ставку, а зарабатывают 14-ю, и это даже в условиях, что там не происходит негативной какой-то переоценки. То есть получается, вот таких два больших класса инвесторов, они и видят, что интересная доходность, но не могут себе позволить инвестировать в этот вид активов на текущий момент. Давайте дальше посмотрим, что у нас происходило. Начнем мы издалека. Инфляция. Инфляция за последние 10 лет. Как мы знаем, Центральный банк перешел к таргетированию инфляции с 2015 года. Видно, что это поспособствовало к тому, что инфляция в целом снизилась. Таргет Центрального банка 4%. Но, тем не менее, за последние 10 лет инфляция в среднем составила 7%. Это происходит из-за того, что периодически происходят какие-то шоки, девальвационные, там, геополитические, но, тем не менее, они постоянно происходят.
И вот мы видим, что за последние 10 лет, когда и был ряд политических событий, и СВО, и ковид, в целом получилась инфляция 7%. А вот. Дальше, коллеги, смотрим. Далее мы смотрим, что же получат инвесторы, если купят вот эти вот текущие облигации ФЗ по 14-й доходности. Можно эту доходность декомпозировать и увидеть, что через инфляционные линкеры, что реальная доходность закладывается на следующие 10 лет в районе 6%. Вот этот график слева снизу синий. Это рекордный уровень. Как мы знаем, сейчас официальный таргет Центрального банка диапазон нейтральной ставки – это 2-3%. Центральный банк говорит, что он будет ее, возможно, пересматривать выше, но тем не менее этот уровень сейчас 6%. Он с запасом над таргетом ЦБ. Кроме того, мы видим, что заложенные ожидания инфляции на следующие, на все 10 лет, 8%. Это также рекордный уровень. Мы по профессору Мусайду помним, что за предыдущие 10 лет эта инфляция была 7%, которая захватила много неожиданных шоков. Центральный банк не отказывается от своей политики таргетирования, ставит цель, не меняется, сохранять 4%. Таким образом, мы видим, что все эти две достаточно агрессивные предпосылки привели к тому, что доходности ОФЗ-ПД 14+, такие уровни достигались там, за последние 10 лет, они бывали, но очень краткосрочно. Очень краткосрочно. В текущий момент мы видим, что они устойчивы и есть время для формирования портфеля, если есть возможность и желание такие портфели формировать. Так. Все. Дальше перейдем поподробнее к таким инструментам, к флоутерам. Самый популярный вопрос, который нам задавали и клиенты, и инвесторы, был, как вы будете перекладываться из флоутеров в длинные облигации, понимая, что весь рынок будет это делать. Чтобы ответить на этот вопрос, мы показываем такой график, что в целом такой инструмент, как флоутеры, он при небольшой волатильности имеет более более высокую доходность. Он имеет такое математическое преимущество над ОФЗ-ПД. И поэтому мы нашим клиентам говорим, что мы и не собираемся переворачиваться из такого класса активов флоутеры в ПД в каком-то большом объеме, потому что мы считаем, что в этом активе нужно сидеть всегда. Более того, когда мы приходим к этой мысли, мы понимаем, что мы можем зарабатывать дополнительную доходность с помощью кредитной премии, покупая флоутеры корпоративные. Вот. И мы не собираемся из них двигаться куда-то в больших масштабах, мы собираемся сидеть в них долго, то есть несущественно менять долю в нужные периоды времени. Да, коллеги. Следующий класс активов, который мы уже показывали, который показывает повышенную доходность относительно других классов активов, это акции, в данном случае акции широкого рынка Мосбиржи. За последние 10 лет они показали доходность порядка 14%, при том, что была очень высокая волатильность. Для портфеля НПФ, конечно, недопустимо в какие-то годы вот так вот сильно просаживаться, но тем не менее терять возможность иметь какую-то долю активов, которые несут дополнительный доход, тоже нельзя. Более того, в следующие 5 лет мы ожидаем, что рынок акций покажет доходность даже более высокую, наверное, порядка 19%, там за счет и дивидендов, и других факторов, и что выше, чем у других классов активов. Таким образом, мы понимаем, что портфели должны быть набраны из активов, которые в долгосрочной перспективе имеют более высокую доходность. Но для того, чтобы решить задачу НПФов по безубыточности, необходимо эти доли с помощью оптимизационных моделей выбирать оптимальную. Вот. Таким образом, мы понимаем, что возможно формировать портфели НПФов из достаточно рискованных активов, но подбирая их таким образом, чтобы они выполняли задачи. Мы знаем, что у НПФ есть возможность формировать там непереоцениваемые
класса активов, которые удерживаются до погашения и не подвержены волатильности. Это такой как база, которая позволяет защитить портфель от просадки, если вдруг будет какая-то просадка в акциях. И также необходимо иметь достаточно большую долю флоутеров, в данном случае корпоративных флоутеров, которые будут нести более высокую доходность и защищать в периоды волатильности. Да, коллеги, все, спасибо за внимание. Александр, благодарю. Немного авансировали нам времени, поэтому у меня есть вопрос. Стартовавшая в этом году программа долгосрочных сбережений, она уже сегодня упоминалась, и относительно нее у меня вопрос. 2023 год, наверное, это самый удачный момент для того, чтобы формировать долгосрочные портфели, как считаете? Да, действительно, с этого года стартовала эта программа, долгосрочных сбережений. И так совпало, что на текущий момент действительно доходности очень высокие. У НПФ есть возможность эти доходности долгосрочно фиксировать. И время для начала вот формирования долгосрочных сбережений через такие инструменты выглядит достаточно оптимальным на текущий момент. Спасибо. Мы сходим с трека портфельных подходов и идем в историю про инфраструктуру. Безусловно, каждый здесь присутствующий понимает о том, что инфраструктура — это то, что обеспечивает наш качественный рывок, качественный успех. Я хотел бы передать слово Андрею Краснюку и спросить, какие успехи у Винвестора есть в этой среде. Да, Егор, спасибо. Обязательно расскажем. Можно кликнуть? Рад приветствовать всех. Мы второй раз уже участвуем в этом форуме и традиционно рассказываем про цифровизацию рынка коллективных инвестиций. Сегодня как раз-таки хотел бы поговорить про новый тренд, про новое направление, которое стало недавно доступно. Это цифровой профиль гражданина и то, какие возможности он даст управляющим компаниям. Сперва немного о нас. Я представляю компанию «Винвестор». Мы в течение 6 лет уже создаем сервисы для финансового рынка. И один из таких сервисов – это личный кабинет для брокеров и управляющих компаний ECA Finance. ECA Finance – это облачная white label платформа для обслуживания клиентов и продажи инвестиционных продуктов. На текущий момент нашим решением пользуются около 40 компаний из 11 городов России. Они обслуживают 600 тысяч клиентов и суммарная оценка более 300 миллиардов. В 2023 году Банк России продолжил создавать условия для развития технологий, направленных на повышение финансовой доступности услуг и на снижение издержек. И одна из таких технологий как раз-таки цифровой профиль гражданина, который позволяет быстро и просто обмениваться данными между гражданами, государством и бизнесом. Цифровой профиль гражданина – это подсистема, в которой собраны все сведения о гражданине из разных других государственных информационных систем. И эти сведения предоставляются организациям через новую платформу согласий. Цифровой профиль работает на базе ECA, которой сейчас уже некоторые профучастники пользуются, и предоставляет данные о клиенте в режиме одного окна. Соответственно, это дает профучастникам ряд преимуществ. В цифровом профиле на текущий момент гораздо больше данных, чем было в ECA. Эти данные актуальны, и эти данные еще появилась возможность автоматически обновлять. То есть про эти все вещи я как раз-таки в своей презентации хотел бы рассказать. Сперва начну с того, какие данные будут доступны компаниям. Данные делятся на группы, и профучастникам на текущий момент доступно 14 видов сведений, в которых есть вся нужная основная информация. Это паспорт, СНИЛС, ННН, адреса, номер телефона и история действия паспортов. Дополнительно компании по отдельному согласию могут получать еще два вида справок. Ранее в ECA было всего два вида сведений, там была часть данных паспорта, а все остальное клиенту приходилось заполнять самостоятельно. Как видите, цифровой профиль гораздо больше дает информации о клиенте. И хотел бы на примере как раз-таки рассмотреть, что компании могут делать с этими данными в своих сервисах. Я покажу процесс регистрации в нашем мобильном приложении, и мы
показали наглядно, как это можно использовать. То есть мы сейчас предоставляем клиенту выбор, каким способом он будет регистрироваться, объясняем, что регистрация через госуслуги – это более быстрый и автоматический способ. Дальше клиент переадресовывается в госуслуги, авторизуется там и видит перечень согласий, которые он должен предоставить организации. Соответственно, он с ними знакомится, разрешает, и наша платформа забирает автоматически эту информацию и заполняет анкету клиента. Клиенту достаточно только ознакомиться с той информацией, которую мы получили, подтвердить ее, и это гораздо более быстрый и простой путь для него, чем самостоятельно заполнять всю эту информацию. Как раз-таки мы показали разницу, мы сделали замеры того, как клиент регистрируется между разными способами. И вот при самостоятельной регистрации сейчас ему нужно заполнить около 30 полей, он там тратит от 6 минут, через ECE процесс идет чуть-чуть быстрее, а цифровой профиль в 2 раза быстрее, в 3 раза вернее быстрее, чем самостоятельная регистрация. Мы с компаниями исследуем периодически клиентский путь, мы смотрим, какими трудностями клиенты сталкиваются. И при самостоятельной регистрации есть проблема, что клиент интересуется каким-то продуктом компании, он запускает процесс регистрации, процесс покупки этого продукта и в какой-то момент его бросает. Нет данных под рукой, нет скана, чего-то не хватает, ну то есть по какой-то причине он прерывается. И чаще всего это особо ярко это видно при работе с мобильного телефона. И цифровой профиль как раз-таки позволяет избавиться от этой проблемы за счет быстрого и простого процесса. Это, несомненно, скажется на росте конверсии и повысит лояльность клиента. Мы поговорили сейчас про то, какие возможности получила компания при регистрации клиента. Давайте теперь расскажу еще, что получит компания при дальнейшем его обслуживании. После того, как клиент зарегистрировался и передал данные компании, компания уже получила гораздо большее количество информации. То есть она уже может сформировать продукт клиенту, она может сформировать документы, и те данные, которые предоставил клиент, они уже являются актуальными, потому что они подтверждены на госуслугах. То есть компания не нужно будет дополнительно запрашивать информацию клиента в сканах для того, чтобы сверить эту информацию. И компания еще избегает ошибки, когда при самостоятельной регистрации клиент ошибается в каком-то наборе данных, эти данные не соответствуют с его основными документами, и компания, соответственно, не может и провести его удаленную идентификацию, и могут сработать ошибки проверки по ПОДФТ. И если использовать цифровой профиль, как раз-таки эту проблему можно избежать. Соответственно, клиент будет быстрее проходить обслуживание, компания будет меньше нести рисков и будет меньше тратить время на проверку и обработку данных клиентов. У цифрового профиля есть еще одно преимущество. Когда клиент вам выдал согласие, в рамках действия этого согласия вы можете автоматически обновлять данные о клиенте без его участия. И также компания еще получает возможность на подписку изменений. То есть если клиент изменил данные на госуслугах, компания получает об этом уведомление и может как раз-таки через вот этот способ автоматически заполнить уже свежую информацию. И как бонус в цифровом профиле есть сведения о ранее выданных паспортах, и компания как раз-таки сейчас, многие профучастники сталкиваются с проблемой проверки действительности паспорта, и вот цифровой профиль помогает эту проблему решить. Таким образом, внедрение цифрового профиля для организации помогает оптимизировать ее процессы, снизить риски при обслуживании и принятии клиента и повысить качество обслуживания, что, несомненно, на общей эффективности компании, конечно же, скажется. Немного статистики. Это информация Банка России о подключении к инфраструктуре цифрового профиля. Здесь не только профучастники, здесь все группы компаний, которым доступен цифровой профиль. И вот на май 2024 года уже 126 компаний подключились к этой инфраструктуре и выдали больше 60 миллионов согласий. У самого Банка России тоже большие планы по развитию. Они будут добавлять новые виды сведений для того, чтобы компании более эффективно могли работать и обслуживать клиентов. И будут развивать цифровой профиль организации. Пару слов как раз расскажу про обслуживание юридических лиц. Мы недавно запустили работу с этой группой клиентов. И первое, что у нас попросили, есть ли возможность как раз-таки автоматически заполнить данные по юрлицу его представителю, так как это сейчас у физиков работает. Данных у юридического лица представителя гораздо больше, соответственно, там возникает больше процент брака, больше ошибок. У нас были кейсы, когда юридическое налицо компании там по несколько недель принимали на обслуживание, потому что возвращались документы. И
дополнительно еще компаниям для того, чтобы проверить данные о самом юридическом лице и о ее представителях, приходится использоваться ряд внешних сервисов, куда нужно передавать информацию. Это увеличивает срок принятия клиента на обслуживание, увеличивает затраты самой компании на обработку этих данных. И как раз таки часть этих вопросов может решить цифровой профиль организации. Цифровой профиль организации – это новая подсистема. Она содержит в себе сведения о организации, собранные из различных государственных информационных систем. На текущий момент в ней находится 18 типов данных, в которых содержится информация о самом юридическом лице, информация о его банковских счетах, о блокировках этих счетов, выписки ЮРЮЛ и ГРИП и другие типы данных. На текущий момент, правда, профучастников к этой инфраструктуре еще не подключили. Сейчас там только кредитные организации и страховые пилотируются. Но мы очень надеемся, что в ближайшее время профучастников туда пустят. И в следующий раз мы вам сможем рассказать о том, какие преимущества получили компании при использовании этого сервиса, при обслуживании другой своей категории клиентов, юридических лиц. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Андрей, спасибо. Небольшой вопрос. Вот цифровой профиль – это один из инструментов цифровизации такого большого глобального процесса. Вопрос к вам как к эксперту в этой области. Каковы позиции России относительно международного опыта вот в глобальном процессе цифровизации рынка? Как бы вы их оценили? У нас довольно оцифрованный финансовый сектор. И те инициативы, которые Банк России сейчас предпринимают, они довольно положительно сказываются на динамике развития всех цифровых сервисов. У нас еще была так называемая низкая база, как любят говорить. У нас молодой финансовый сектор, который сразу был уже цифровым. Поэтому в отличие от западного направления, мы уже сразу строили правильную цифровую инфраструктуру. Сейчас похожим образом действует азиатское направление. Там тоже сейчас очень быстро, динамично развиваются компании. Но в целом я бы нашу инфраструктуру цифровую, наверное, где-то в лидирующих позициях, в топ-5, наверное, точно поставил. Спасибо. Значит, есть еще куда расти. Отлично, коллеги. Мы в рамках завершающего выступления продолжим трек про инфраструктуру. Слово я хочу передать представителю одного из амбассадоров этого вопроса. Диана, раскройте нам секреты и перспективы. Благодарю. Видите, как мы слаженно работаем? Вот она, инфраструктура налицо. Расскажите нам про спецдепозитарий, его бизнес и вопросы, которые его сейчас волнуют. Коллеги, добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить тех, кто еще остался, не уйдя на обед, и тех, кто в конце пришел. Я на десерт. Поехали. Акцентирую внимание, почему именно речь идет про закрытые паевые инвестиционные фонды, поскольку их доля, она более 85% от всего объема паевых инвестиционных фондов. И, в принципе, я все время буду делать акцент на Infinitum, ну, потому что лидер рынка и, в принципе, отражает картину всего рынка. И у нас показатели такие же. И еще стоит сказать, что от этого объема более 80% — это фонды для квалифицированных инвесторов. И поэтому, когда мы будем обсуждать сферы применения, когда мы будем говорить о преимуществах, почему, собственно, пайщики туда идут, почему управляющие компании продают, а квалифицированный инвестор покупает, то тоже мы будем делать акцент на квалифицированных инвесторах. Про сферы применения. Здесь стоит сказать, что на самом деле ограничений никаких нет. И мы видим из своей практики, что этот инструмент применим во всех отраслях. Но что здесь стоит сказать? Что порядка трети наших пайщиков, они относятся к отрасли строительства. И здесь речь не только о тех объектах, которые вот в девелопменте, в строительстве, есть программа развития, комплексная программа развития территории на государственном уровне, утвержденная. Здесь речь еще уже, как говорил Руслан, о приобретенных объектах, которые уже ждут, они заранее были, ожидали своего заказчика, так называемая система build-to-suit, да, и когда и ЦОДы build-to-suit, и коммерческие помещения, складские, торговые, они уже под конкретного заказчика, желая, удовлетворяя его требования. И, соответственно, производственные компании — это, собственно, вся та инфраструктура, которую development обслуживает, все прилегающие территории, потому что развивать территорию без инфраструктуры невозможно.
точно. Все эти кирпичные, стекольные заводы, они все там. И, конечно, стоит сказать, что холдинговые структуры здесь не обошли, вообще не обошли закрытые паевые инвестиционные фонды, потому что это особенно сейчас актуально. Мы наблюдаем и в нашем портфеле достаточно существенную долю для структурирования активов. И следующая треть – это институциональные инвесторы в нашем портфеле. Остальная треть приходится на все остальные отрасли реального сектора экономики. Там и агропромышленный комплекс, там и IT, и машиностроение, и металлургия, и нефтегаз, и туризм, все есть. Поэтому это опять-таки доказывает, что ограничений в сфере применения нет, а ту статистику, которую мы видим у Банка России, которая созвучна тем, что есть у нас, подавляющую долю в активах в составе портфеля составляет недвижимость, доли в уставных капиталах общества ограниченной ответственности, там есть АО и так далее, ну, денежные средства. И дальше они уже инвестируются в акции и так далее. И там возникает дебиторская задолженность по договорам права требования. То есть это базовая история. Это опять-таки говорит о том, что строительство как драйвер экономики любой, и наше не исключение, подавляющий интерес в запифах имеет. И вот почему здесь опять-таки тоже акцент на квал-инвесторах. И все эти, конечно, преимущества могут быть для неквалов, но чуть попозже расскажу. Как я говорила, разрозненные активы, они могут быть консолидированы и внутри страны, они могут быть у конкретного владельца крупного капитала, или у юрлица, могут разбросаны по стране, могут быть и в зарубежных юрисдикциях. И здесь, конечно, задача совместно с инфраструктурой простроить цепочку хранения, ну и, конечно, с оглядкой на текущие санкционные контексты, на те указы президента, которые есть. И это, конечно, нужно обоюдно соблюдать и знать правила игры. Мы в этой части помогаем, потому что у нас несколько десятков мест хранения и усиленный комплайнс. Павел Прас как раз об этом говорил, что это отдельный челлендж, который нужно сейчас выполнять. Про отложенное налогообложение. Коллеги тоже много говорили о том, что мы ожидаем повышения налоговых ставок, а как раз-таки запив налог на прибыль там не начисляется, он остается в фонде, может реинвестироваться на другие проекты, поэтому по-прежнему вопрос актуален. И упрощение наследования тоже на первой сессии коллеги затрагивали личные фонды. Пока практика достаточно небольшая, если сравнивать по налогам, то пока закрытые паевые инвестиционные фонды выигрывает. А что касается стоимости обслуживания, то здесь надо еще сравнивать, потому что наймешь ты свою профессиональную управляющую компанию, собственную, без лицензии УК да УПИФ, или обратишься к действующим игрокам, нужно сравнивать чеки. И одно дело своей команде доверять, другое дело профессиональному игроку. В общем, это такие весы. Про привлечение финансирования, это как раз-таки development, это стройка, потому что стройка позволяет комбинированные фонды, различные классы активов, как я уже сказала, практически вся вселенная, кроме наличных денежных средств. И здесь стоит сказать, что все эти активы, они могут быть под залог выданных кредитов. И, собственно, дальнейшие стадии проектного финансирования на теле ЗПИФ могут быть реализованы. Ну, лицензионный надзор, вот, собственно, один из представителей инфраструктуры, который следит за рынком, помогает управляющим компаниям создавать паевые инвестиционные фонды в том числе. И, собственно, в защиту интересов пайщиков согласно букве закона действовать. Но с разумной историей все-таки искать варианты в рамках законодательства, когда схему можно реализовать. Про инвесторов. Тут тоже интересно, что у Infinitum разделение, ну, подавляющее число — это физические лица, 90%, 10% — это юрлица. Но стоит сказать, что весь этот объем в основном делают массовые сегменты, которые сосредоточены в руках ограниченного количества управляющих компаний. Предложение на рынке не такое большое, то есть количество фондов тоже — это несколько десятков, это не несколько сотен фондов. И как раз-таки, о чем Руслан говорил, там та же складская недвижимость, но это, в общем, индустриальная недвижимость, Industrial, собственно, туда идут не квалы, но и квальные фонды есть, потому что не все объекты могут быть сразу готовыми, не все объекты могут сразу выбрать якорного арендатора и обеспечить требования законодательства, где нужно, чтобы 40% полезной площади было в аренде. А некоторые еще инвестиционный цикл должны пройти, должны построить этот объект, должны купить землю, в залог банку ее отдать, получить финансирование.
и только потом уже в текущем законодательстве не могут переквалифицироваться в НИКВАЛ, но сейчас об этом поговорим. И такая оценка на базе нашего опыта, что в принципе свыше 400 миллионов ПАСЧА – это сумма фонда, с которой, в принципе, нужно начинать, да, там, квал-инвесторам. Конечно, здесь все зависит от монетизации этих активов, потому что цели у всех разных. У кого-то конфиденциальность актива, чтобы никто не знал, кому они принадлежат, то есть просто сохранить их. А у кого-то заработать, а может быть и комби-вариант. И поэтому все-таки смотрим на потоки и на налоговую оптимизацию в рамках закона. Про перспективы развития. Коллеги сегодня касались с разных сторон перспектив развития. Что стоит сказать? Ну, в левой части то, что в пути, там уже законопроект в Госдуме не пылится, в общем, продвигается. И данные поправки, они были выработаны на полях Науфор, на полях Центробанка, и здесь сидящие со мной представители тоже активно лоббировали эти поправки. Они создаются в интересах квал-инвесторов, юрлиц и физлиц, повышая привлекательность ЗПИФ относительно зарубежных трастовых фондов. И как раз расквалификация, о чем я говорила в предыдущем слайде, это как раз та история, когда на примере девелопмента объект уже будет в стадии введен в эксплуатацию, объект завершенного строительства, он уже сможет встретить своего арендатора. И как раз в этот момент, если он будет отвечать все требования законодательства, он может быть переквалифицирован. Сейчас такого нету, нужно создавать новый фонд. А, соответственно, нужно проходить всю историю с перерегистрацией прав собственности. Задачи управляющей компании, сидящие, знают не из легких. Ну, в общем, месяц надо потерять, а деньги перестанут работать. Поэтому это очень важная история, и срок сочетания до 49 лет. Это, конечно, и государственные контракты длинного цикла, которые реализуются в составе ЗПИФ. И здесь речь идет, конечно, о наследственном планировании, как альтернатива личному фонду, поскольку здесь практика более прозрачная, и пока игроки среди управляющих компаний, пайщики выбирают именно закрытые паевые инвестиционные фонды. Паи различных классов, как раз-таки это только тоже новация в отношении новых фондов, которые будут создаваться с момента внесения поправок в закон. Стоимость чистого актива данных фондов должна быть свыше 500 миллионов рублей. И здесь для каждого класса паёв будут различные права пайщиков. По каким-то вопросам на общем собрании владельцев инвестиционных паёв сможет этот пайщик голосовать, по каким-то нет. Будут разные условия по приобретению, погашению, отчуждению паёв, разные условия по выплате. Это как раз-таки гибкость, которая приближает этот инструмент к трастовым зарубежным фондам. И в правой части история, тоже упоминали, ЗПИФ с ЦФА. Здесь пока вырабатывается предложение рынка. Банк России, вы видели это в СМИ, говорит, да, давайте, предлагайте, давайте вместе вырабатывать. Мы как инфраструктура даем свои предложения. А вот следующий личный фонд, как квал-инвестор, тоже поправка в пути. Как раз-таки это тоже история популяризации ЗПИФ, потому что другие еще сегменты, в принципе, кто будет создавать личные фонды, узнают о закрытых паевых инвестиционных фондах, потому что я тут вот бываю у нотариуса, есть у них плакат сохранения капитала перехода наследства, личные фонды есть, ЗПИФов нету. Нотариусы вообще, в принципе, не знают. Говорят, что это единственная альтернатива на текущий момент. В общем, что у них там в нотариальной палате отпечатали, вот то они и рассказывают. Соответственно, когда личный фонд станет квал-инвестором, он сможет покупать паи закрытых фондов. И движимое имущество, тоже об этом говорили. Сейчас эти проекты реализованы, в том числе у нас. Но опять-таки оборудование считается движимым имуществом. Мы приезжали к коллегам, смотрели объекты. Там все как в хирургической палате, все прям под контролем. Поэтому, конечно, мы взвешиваем наши риски, где есть соответствующего класса управляющая компания, которая по собственным капиталу может отвечать, где есть инструменты страхования. Конечно, вслепую мы в эти проекты не идем, но ожидаем, что все-таки поправки будут приняты в пользу отмены ответственности спецдепозитария, как это есть в недвижимости, когда на стороне управляющей компании остается вопрос страхования данного объекта.
Коллеги, ну тут все так или иначе нативно, напрямую рассказывают о своих продуктах, как, ну, как и без этого. Infinitum на все, по всему циклу жизни управляющей компании, да и в принципе инвесторы, мы работаем с инвесторами напрямую, поддерживает в идее создания управляющей компании, либо предлагает создать фонд на базе действующих игроков. И мы по всей цепочке, здесь вот как раз как линия жизни, да, когда она прекратится, решать инвестору, пайщику, когда выходить управляющей компании. У нас есть и консалтинг внутренней деятельности, наша базовая функция как спецдепозитария, спецрегистратора. И у нас есть миссия развития экспертизы, потому что мы в том числе на полях Центробанка обсуждаем, у нас есть внутренний корп университет, внешнее обучение мы готовим, у нас есть пользователи этих внутренних обучений. И у нас есть цифровой продукт Infinitum Online, который тоже 24/7 доступен, и там как раз консультации по внутренней деятельности. Ну и аутсорсинг учета тоже, куда без этого передать бухгалтерию. Наши показатели, но так или иначе кто-то ставит в начале, я решила в конец зафиналить. Да? Мы, собственно, никого не удивишь, когда говоришь 20 лет на рынке с лишним. В принципе, все, кто здесь выступал, может сказать то же самое. Мы довольны нашими долями, но это большой труд их сохранять и идти дальше, их увеличивать. Поэтому нам есть еще над чем работать. Коллеги, спасибо. В одной части мои контакты, как это принято, QR-код или сфотографировать, а в правой части для действующих управляющих компаний или для тех, кто задумывается, можно ознакомиться с нашим инструментом, цифровым сервисом Infinitum Online. Тоже можно пройти по QR-коду, я проверяла, они оба работают. Спасибо. Диана, спасибо. Цифровизация кругом. Идем в будущее уверенно. Можно такой лозунг сказать. Есть вопрос? Мы про инфраструктуру, а вот расскажите, какие есть инфраструктурные риски на рынке спецдепов применительно к ЗПФАМ? Есть ли мнение по этому вопросу? Ну, коллеги, тут так или иначе упоминали эти риски. Нельзя сказать, что только вот именно для ЗПИФ эти риски есть, а для остальных паевых инвестиционных фондов этих рисков нету. Конечно, здесь история ужесточения комплаенса и, конечно, история экспертизы, при котором одна из сторон может что-то проглядеть, а регулятор нет. И тогда сделка может быть признана в том числе недействительной. И поэтому это необходимость создания целого департамента комплаенса теперь. И здесь, конечно, вытекает системный кадровый дефицит ресурса, который прослеживается и в экспертизе, и непосредственно в IT, поскольку далеко не каждый игрок, как управляющая компания, так брокер, так и спецдепозитарий, может встретить интересы клиента, поскольку тот продукт, с которым, та идея, с которой потенциально придет клиент, она операционно на текущий момент невыполнима. И только подключая IT-ресурс, можно путем осуществления отдельных доработок осуществить данный продукт и встретить интерес пайщика. И здесь тоже не секрет для всех, что и цены на данных специалистов растут, и, собственно, предложение на рынке, ну, тоже о грустном, да, оно, к сожалению, сокращается, поскольку данные специалисты, они переезжают, да, в другие страны. Поэтому мы внутри растим экспертизу, именно поэтому у нас внутри есть специальные институты, программы, и даже после данной конференции мы тоже на следующей неделе в Infinitum остальным экспертам нашей компании будем рассказывать, что здесь было. Для того, чтобы сближать бизнес, сближать operation, сближать IT, и чтобы все работали в одной лодке и понимали, зачем и куда мы идем. Спасибо. Ну, собственно, коллеги, наша секция подошла к концу. Я благодарю всех спикеров, участников, слушателей за то, что были вместе с нами. И предлагаю в одной лодке, как заканчивала Диана, отправиться на обеденный перерыв. Поэтому всех благодарю за участие и приятного аппетита.